два или через три года. Не забывали те, кто вас здесь воспитывал. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали нашим преподавателям. И в заключение. Недавно мы с нашими коллегами, ну, в частности, с Александром Андреевичем Черепнёй, были в нашем дружественном университете, в одном из них. Там тоже был выпуск студентов, окончивших учебный военноцентр. И один из выступавших сказал: а может быть, на сцене у нас здесь стоят будущие маршалы Советского Союза. Он, правда, сказал немножечко по-другому, но я перефразировал эту фразу. Я не знаю, как там будет у них может. Но министром обороны будет выпускник военмеха. С праздником, ребята! Спасибо.